Потомственный моряк. Мой отец погиб на подводной лодке в 89-м. Получил новое назначение. Северных морей к нам просто так не переводят. У него непростой характер. Командиры корабля зачем-то ударили. Поэтому и нести службу бывает нелегко. Вот так, а? Или может вот так? Теперь Родина довольна тем, как я ее защищаю. Но именно характер поможет ему справиться с любой опасностью. Это пираты. Огонь! Держись покрепче, старпом. Береговая охрана. Премьера. Скоро. На НТВ.